Город талантов. Во Владикавказе в третий раз проходит международный фестиваль. Танцоры, театралы, певцы собрались во Дворце культуры Горского государственного аграрного университета. Это отборочный этап на конкурс «Молодость Осетии». Фестиваль направлен на поддержку творческой молодежи. Главная цель – дать возможность подрастающему поколению проявить себя в искусстве и культуре. В этом году конкурс расширили. Помимо вокальных, театральных и хореографических направлений, в этом году появились новые – художественное чтение, оригинальный жанр и изобразительное искусство. Возрастная категория от 6 до 25 лет. Оценивали участников заслуженные деятели культуры республики. На этот раз фестиваль принял около 300 человек. Мероприятие достаточно важно, даже само сам тот факт, что столько участников у нас сегодня зарегистрировалось, вот последние дни перед завершением регистрации, то есть это вчера, позавчера, без привлечения было, наблюдался ажиотаж. Очень приятно, что в сегодняшнем мероприятии, в фестивале участвуют не только люди, которые заявились от себя, но очень много представлено образовательных организаций.